Всем привет! Доброе утро! Это Павел Вайс. Приехал на работу в 7 часов утра. Я вообще приехал утром, рано, темно еще было. И, ну, как бы небо было как ночью. А сейчас проходил мимо окна и увидел такой рассвет, посмотрите. Вот это красота! Такой рассвет я давно не видел, такой красный такой. Очень красиво. Сегодня утром решил пораньше приехать, чтобы починить пару машин. У меня есть одна Audi, которую я продал недавно, но в ней камера не работает. Так что пришлось покупать компьютер для камеры. Вот буду сегодня его устанавливать. Он в багажнике находится. Вон та Audi стоит, вон там черненькая. Вот, буду устанавливать, потому что водой залило. И, не знаю, там что-то протекает. И сгорел этот компьютер, теперь пришлось новый покупать. Еще хочу починить машинку друга. Он мне привез ее вчера. Вот такой Линкольн у него красивый. Мне, кстати, он нравится, я на нем ездил. Не на таком же. У моего отчима такой был. Вообще корабль на нем, он просто плывет. И очень такой комфортный. Друга зовут Антон, у него тоже есть свой канал. Канал называется The F Family. Я скину ссылочку вниз, ну, у себя под видео будет ссылка, заходите, подписывайтесь. Он тоже с семьей приехал в Америку. Он приехал пару лет назад, и он, ну, снимает, как они живут, куда ходят, что делают, как ему вообще жить в Америке. И у него очень интересный канал, кстати, заходите, посмотрите. Очень много интересных видео про Америку, про все, как тут происходит, как у них жизнь складывается в Америке. У них своя семья, у него жена, двое детей, и жена ждет еще третьего ребенка. Так что заходите на его канал, пожалуйста, мне будет очень приятно. Напишите в его комментариях «Привет от Паши Вайс». Посмотрим, сколько будет людей, которые пошли и посмотрели с моего канала его канал. Очень интересный канал, кстати, мне нравится, его каждый день смотрю. Мы вчера ходили с ним на аукцион, купили несколько машин. Ему этот аукцион понравился, он говорит, такая движуха вообще жесткая. Там столько народу, эти аукционеры орут, тараторят, ничего не понятно. Вот, он был немножко шокирован. Я туда езжу каждую неделю уже в течение 2 лет. И, ну, в принципе, я уже 10 лет туда езжу, только не на этот, а на разные другие, в других штатах. И я уже привык к ним, а для него это была новинка. Давайте я вам сейчас покажу, что я купил вчера. Вот, купил вчера вот такой 4Runner Toyota 13 года, пробег 127 тысяч миль. Но мы все знаем, что для Toyota это не пробег. В нем есть немножко таких царапин, их на камере, наверное, не видно. И еще вот такая есть блямбочка на капоте. Я хотел сказать, на худи. В Америке это худ, в России это капот. Что-то выгорело, я не знаю, или кто-то там что-то пролил, но это уже не уберешь, надо красить капот. А так он едет хорошо, проблем нет. И в Америке, кстати, их очень любят. Не знаю почему, но их просто обожают. И цена завышенная, люди за них платят бешеные деньги. Я вообще решил внедорожников покупать, потому что посмотрите, у меня этих спортивных машин просто как грязи. И а внедорожников не было, так я решил купить пару внедорожников. Вот этот еще купил. Представляете, 6-го года Nissan Pathfinder. Пробег всего 50 тысяч. И он как новый. Я вообще не видел 14-летние машины, чтобы они были в таком состоянии идеально. Ни одной вообще царапинки нету, ничего. Едет идеально. Смотрите, какой красавец. Беленький, кожаные сиденья, там все дела. Ну вот, здесь я работаю, вы уже это видели. Моя парковка. А, да, еще вот Миньку купил одну. Мини-купер. Синенький вот этот. Маленький, юркий, быстрый. Раньше они у меня хорошо шли. Я их покупал, быстро продавал. Потом что-то перестал, я не знаю почему. Но сейчас решил опять. Он 16-го года, пробег тоже 50. Посмотрим, как пойдет. Такой прикольненький. Наверное, какая-нибудь девочка купит. Да, вот на этой Audi я буду устанавливать компьютер. Он прямо вот здесь, за этой фарой находится. Посмотрим, получится, нет. Еще X5 купил BMW. Я обычно такие старые не покупаю, он 6-го года.
Но он в таком очень хорошем состоянии, в нем тоже 50 пробег. И я его купил всего лишь за 3500. Вообще копейки просто, можно сказать. Если никто не купит, я сам на нем буду ездить. О, вот это моя беда стоит тут уже. Она у меня уже год стоит. Все никак руки не доходят починить. Там что-то, бензин куда-то не доходит. Хрен его знает. Как-нибудь разберусь. Она, как бы, в принципе, мне почти ничего не стоила. Но едет хорошо, мотор хороший. Так, немножечко масло текет, да и вырубается она, когда нагреется. Просто сама едет, и она и вырубилась. Вот. Еще сегодня проект вот эту посмотреть. Я уже говорил моего друга Антона, там что-то кондиционер перестал работать, перестал вообще дуть. Так что мы попробуем его починить. Я его подключу к своему компьютеру. У меня есть специальный компьютер, сканер. Просканирую всю систему, посмотрю, что в нем не так, почему не дует. Если смогу, починю. Если нет, отдам механикам, пусть они починят. А машинка прикольная. Нравится. Она такая мягкая-мягкая, просто плывете, можно заснуть. Ну вот, показал вам, что я вчера купил на этом аукционе. Я, кстати, еще пару машин купил, но они как бы стоят в ожидании подтверждения. То есть продавец должен подумать и решить, если он хочет продать мне это за эти машины за такую цену или нет. Я их дешево купил, одну шестерку и еще один Porsche Cayenne купил. Вот буду ждать, надеяться, что они ее продадут. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Антона, The F Family. Ссылка будет внизу. И до скорых встреч. Пошел работать. Peace.